Хотел бы коллекцию собрать? Да. Он коллекцию себе хочет из байков. Не разбил? Посмотри, нормально все? Не, нормально. Нет, офигенно. Без него? А что, без маски не хочешь? Ой, нет. Не сняли. Да почему я сняла, сняла? Прикольно. Давай. На репит просто поставили, пацаны. Ну что, Тимур? Решил. Короче, вот такая нормальная тусовочка. Да тормозни пока. Жестко, через две сплошные. Решение. Красиво. А ты можешь чем-то отличиться, ну, среди ребят? Допустим, я не знаю, там... Не, я не думаю, там кольца круто, как Чарли Чаплин, знаешь? Рекорд Чарли Чаплин. Упади жестко. Упади так, я не падал. А? Какая карта? Для папы какого года? Да. А чё? Я тебе переведу, я хотел вот этот. Ты, наверное, не один, да, ребёнок? Еще что тебе купить? Все. Все, он сделал обзор. Байк. Ну, пойдем. Так, ну что, Тимур? Двухтактный хочешь? Питбайк хочешь новый? Двухтактный. Однотактный тебя не устраивает уже? Я четырехтактный. У тебя четырехтактный? А чем лучше? Чем отличается? Двухтактный быстрее, больше нравится. Что? Двухтактный быстрее, звук мне нравится. А. Я вообще вот там, если честно, не разбираюсь, что. Какая труба там будет? Двухтактный. Вот такая труба. Видите? Ну-ка, иди расскажи. Я потом включу звук. Хочу либо Kawasaki, но. Yamaha 85, либо 125. Ну, 85. Вот. Двухтактный. Она вообще крутая. Он тебе большой, тебе смотри какой. Так я не такой. Ну, это ниже колеса будет. У тебя помягче, чем у тебя? Да, ну-ка, нажми. Это такая же ручка. Сос. Что тут есть? Сос. Так мягко включается. А у тебя твердо все включается, да? Кстати, он сломал, у него стоп-сигнал не работает опять. Зачем ты туда-сюда его крутишь? $255 000. Ну, Yamaha будет так же стоить. Yamaha так же будет стоить? Вот такая Yamaha будет так же стоить? Нет. Питбайк. А, питбайк и Yamaha. Это же он, чуть дороже. А это как называется питбайк?
Вот смотрите, как ему. Мне нравится. Так прикольно, да, все равно ощущение классное, да? Вот так будешь, вот так давай. Давай, Тимур, я озвучивать буду. Че, тут какие мягкие, не то что твои с Алиэкспресса. С Валбериса или откуда там. Но реально, вот эти мягкие, правда. А то, что ты вчера покупала, ты полная. А? Ну иди узнай. Почему боишься? Ну иди узнай. Как они называются? Грипсы? Да. А. Такой бы себе? Да я не умею ездить, Тимур. Куда бы я себе купила? Альфа пойдешь смотреть? Альфа, Альфа обзор. Сделай Альфа. Давай, честный обзор от Тимурыча. А что за дуги? А? Что за дуги? О, это что такое? А для чего-то? Дуги. Вот подсосик. Подсосик, да-да-да. Опускается. Пусковая камера. Кстати, вот цена 109 тысяч рублей. Питбайк лучше купить? Реально. Не знаю. Ну, кому-то же нравится Альфа. Давай, конечно. Нет, нормально. Снеси. Все. Что ты выберешь? Поездку на море или новый питбайк? Питбайк. Питбайк или айфон? Питбайк. Питбайк или миллион долларов? Миллион долларов и куплю много питбайков. Ну ладно, все, мы посмотрели. О, грязно.